Видно, слышно. Отлично. Ну что, на этой неделе мы с вами завершаем курсы. Да? Напоминаю, что на следующий понедельник, это 26-е, правильно, если я не ошибаюсь, 26-е число, мы с вами пишем уже итоговое тестирование, пробное тестирование. Ссылочку я вам скинул, можете найти в личном кабинете, попробовать протестироваться. На этой неделе у нас с вами понедельник, вторник, среда, четверг. В пятницу уже лекции не будет. За эти 4 дня мы с вами должны будем разобрать самые сложные темы лекций. А именно это такие дисциплины, как вольные упражнения. Дисциплина такая, как прыжки через две скакалки, один человек. И командные соревнования. Вот эти дисциплины, которые являются сложными в плане понимания, в плане того, как их тренировать, в плане того, как готовиться к соревнованиям и так далее. Поэтому здесь будут проблемы, сразу скажу, потому что опять объем информации достаточно большой, но в принципе все равно разобраться в этом можно, и я постараюсь за эти 4 дня вам рассказать именно понимание определенных нюансов той дисциплины и так далее и тому подобное. Сегодня у нас вольные упражнения. Мы на одном видеопримере с вами сейчас разберем всю вот эту структуру, да, вольных упражнений, какие элементы, как они работают. И в конце я открою вам документ, который называется «Азбука роупскиппинга», как я и обещал, и объясню вам несколько элементов, как работать с этой азбукой, как по ней, будем так говорить, можно тренироваться. Так, ну что, давайте начнем. Итак, сейчас я запускаю видео. Видео будет одно и то же. Аж несколько раз буду показывать. Ваша задача сейчас. Первый раз смотрите видео, выполняете мое задание. В чате вы пишете ответ. Второй раз смотрим видео, выполняете мое задание, пишите в чате ответ. И так далее. Итак, сейчас мы с вами смотрим видео. Задание, которое вы должны сделать. Первое. Это размер площадки. Указать будете. Дальше размер зоны тренерской или зоны поддержки, так называемой. Второе задание. Третье задание. Вы должны будете посчитать количество силовых элементов у спортсмена. Силовой элемент – это изменение общего центра тяжести. Это все гимнастические, акробатические. Будем так, уличные какие-то брейк-данс танцы, где вы меняете, то есть в положении сидя, лежа, стоя на руках и так далее. Итак, задание понятно. Первое, вы должны будете указать размер площадки для вольных упражнений, размер для зоны поддержки и посчитать сейчас, сколько элементов спортсмен сделает силовых. Так, если все понятно, тогда мы с вами начинаем смотреть видео. Так, начать показ. Сейчас мы войдем.
Итак, ответ. Размер площадки для вольных упражнений пишем в чате. Размер площадки для тренера для поддержки. Дальше. Сколько было сделано силовых элементов в данном вольном упражнении? Итак, площадка 7 на 7, 2 на 2. Я так понял, 7 на 7 это площадка для самого выступающего, 2 на 2 это площадка для так называемой поддержки. 12 на 12, Арина, это площадка для именно вольных, а размер зоны для так называемых этих тренера, представителя команды, то есть зона поддержки. 6 на 6. Силовые 10. Так. Регина, 1 на 1. Это, я так понял, площадка для тренера. Угу. Логвинов, Михаил, 1 на 1 для судей. Так. Ой, сколько много ответов и сколько много как бы ошибок. Силовых 23 насчитали. Что-то вы как-то очень и очень... Так, 12 на 12, 2 на 2, 19 силовых. Да, так, давайте разбираться. Итак, по правилам, вольные упражнения проводятся на площадке 12 на 12 метров. Кто ответил 12 на 12, это правильный ответ. Далее, зона для тренера или зона поддержки, зона для представителя, по нашим правилам, это 2 на 2 метра. И одна сторона этой площадки должна касаться вот этой всей площадки. По количеству силовых, правильный ответ 10 силовых. Все остальное пока неверно. Сейчас мы смотрим следующее видео и считаем сейчас мультипрыжки. Что такое мультипрыжки? Это когда спортсмен отрывается от пола ногами и в этот момент делает более чем один оборот скакалки. То есть два оборота, три оборота, четыре там и так далее. То есть двойные, тройные, четвертные, пятерные прыжки это и будут мультипрыжки. Сейчас смотрим видео и считаем, сколько будет таких мультипрыжков делать спортсмен. Get in, get in.
Итак, сколько же было сделано мультипрыжков в данном видео? Двойные, тройные прыжки, четвертные там какие-то. Сколько вы насчитали? 23. Видео зависает у вас, да, около 10. Угу. Плохо видно. Да. Плохо видно, это очень плохо. Вы, я так понимаю, смотрите, скорее всего, не с компьютера, а с телефонов, наверное, сидите, да? Поэтому, конечно, там видео маленькое, будет плохо видно. А еще если интернет, то вообще тогда, да? Видео зависало. Но я думаю, что видео будет у вас зависать. Это зависит от вашей, так сказать, интернета. Потому что у меня-то видео идет прямо с компьютера. Я его не из интернета скачиваю, это веду. Плохо видно. Я так понимаю, что вы все-таки все смотрите... Те, кто смотрит с ноутбуков, с таких стационарных, будет видно. Итак, правильный ответ 23 плюс 1 мультипрыжок был не выполнен, так как была ошибка во время его. Поэтому то, что вы сейчас опять пишете, получается, что не очень. Так, это же видео сейчас смотрим. Это же видео. Сейчас вам нужно будет посчитать, сколько раз... Этот спортсмен изменит направление скакалки. То есть, что мы говорим под направлением изменения? Я прыгаю с вращением скакалки вперед. Далее я раз и перехожу на то, что у меня скакалка вращается назад. Как только я после вращения назад перейду вперед, это одно изменение направления скакалки. Итак, вперед, назад, вперед – это одно изменение направления скакалки. Сейчас вам нужно в этом же видео, я сейчас включу, чтобы, может быть, видео как бы уже будет знакомое, и вы сможете хотя бы на знакомом же видео посчитать, сколько будет изменений направления скакалки. Итак, смотрим еще раз это видео. Так, показываем. Начать показ. Да, где у меня здесь она была? Hey.
Итак, сколько было изменений направления скакалки? Олеся 8, Арина 2. Остальные смогли увидеть, сколько было? 7, 10, 6, 7, 6, 7. Много. Отличный ответ. Это будущий депутат, я понимаю, когда говорят, все будет хорошо, у вас всего будет много, да? Отлично. Конечно, конкретика нужна более конкретно. Даже вот эти вилки, которые вы делаете, 6, 7, 7, 10, меня не устраивают. Я хотел бы конкретное число. Правильный ответ 6. При этом элементов она прыгала с вращением назад намного больше. Но мы договорились, что именно изменение направления скакалки – это когда спортсмен прыгает с вращением вперед, дальше поворачивает скакалку назад. Он может делать разные прыжки с вращением назад, да? Но как только он опять перейдет вперед, это и будет одно изменение направления скакалки. То есть я могу сделать следующим образом. Представьте себе такая ситуация. Значит, я прыгаю... весь, всю вольную прыгаю вперед. И в конце я раз и начинаю прыгать назад, с вращением назад. И до конца вольных я прыгаю разные элементы, там, намотки, прыжки двойные, там, и так далее, но с вращением назад. И это будет ноль изменений направления, потому что он не перешел вперед. То есть, прыгая вперед, прыгая назад с вращения и прыгая вперед, это только один раз. Поэтому вот здесь... вы должны понимать, что если у вас спортсмен может прыгать различные прыжки с вращением назад, их нужно разбавлять вращением вперед, вращением назад, вращением вперед, вращением назад, вращением вперед, вращением назад, то есть меняя вот это постоянно. Если он заходит назад с вращением и делает 5-6 элементов, потом перешел вперед, это все равно одно изменение. Следующий элемент, который мы считаем, пространственная динамика. Я вам объяснял в предыдущих лекциях, что вот эта площадка 12 на 12 делится на 4 квадрата по 6 метров, 6 на 6. И спортсмен, чтобы получить пространственную динамику, должен двигаться по этой площадке, я вам говорил. Он должен оказаться в каждом из этих квадратов. При этом может быть задан вопрос, а на каком расстоянии от вот этого пересечения должен быть спортсмен, чтобы ему засчитали этот квадрат. Если мы в серединочке возьмем и прочертим круг такой диаметром 4 метра, то есть радиусом 2 метра, то вот если спортсмен заходит в квадрат, в каждый квадрат, как минимум от вот этого центра 2 метра, то этот считается квадрат ему засчитанный будет. Все понятно, да? Отлично. Еще раз это же видео смотрим, чтобы у вас было как бы представление, да? И считаем сейчас, в скольких квадратах этот спортсмен побывает. Сможет ли этот спортсмен в 4 квадратах побывать? Или же в 3, или же в 2, или же он будет прыгать в одном квадрате? Сейчас смотрим именно за передвижением спортсмена.
Итак, пишем правильно ответы. Так, 3 квадрата, 3 квадрата, в 3 квадратах, 4, 4, 4. Правильный ответ, конечно же, 3 квадрата. Она стояла в дальнем квадрате, сделала определенное количество элементов. Дальше перешла в квадрат ближний к нам, сделала там, долго довольно-таки делала. Дальше перешла в 3 квадрат. Сделала там кое-что. Должна была перейти в 4-й, почему-то перешла опять в ближний к нам по экрану и вернулась опять в 1-й квадрат. То есть ходила по 3 квадратам, а в 4-й квадрат не зашла. Вот таким образом получается, что она не выполнила условия так называемого пространственной динамики. И здесь хочу сказать вам, что здесь оценка, которую получает спортсмен максимальную за вот эти квадраты, это 0,2 балла. Если она побывает во всех 4 квадратах, это будет 0,2 балла. Если спортсмен побывает всего лишь в 2-3 квадратах, 2-3, 0,1. И если он будет просто прыгать в одном квадрате, никуда больше не переходя, то он получает 0 баллов, то есть не набирает никакие баллы. В 2-3 – 0,1, и если только в 4 квадратах – 0,2. Следующий элемент – сложный элемент, но в принципе он как бы является основным в вольных упражнениях, так называемые манипуляции со скакалкой. Что такое манипуляции со скакалкой? Это различные скрещивания рук. За спиной, за головой, под ногами и так далее. Перед собой, неважно. Любые скрещивания руками. Далее, сюда же входят намотки. На руку, на туловище, на шею, на ногу, куда угодно. Это намотки. Далее, сюда же входит любой бросок одной ручки. Скакалку бросают, две ручки бросают, то есть неважно. Любые броски, любые намотки и любые скрещивания. Давайте попробуем посчитать, сколько в данном случае сделал спортсмен манипуляций со скакалкой. Смотрим тоже видео пока и пытаемся посчитать.
Пишем свои ответы. 26, 27, 26, 30, 26. Около 30. Хороший ответ. Итак, давайте разберем. Я сказал, что все, что касается скрещивания, все, что касается намоток и все, что касается бросков, это и есть манипуляции. Но скажите, пожалуйста, когда спортсмен выполнял, например, тройной или двойной прыжок и делал скрещивание, вы это считали за манипуляцию? В мультипрыжках манипуляции вы считали? Да. Так, хорошо. Тогда вы неправильно посчитали. Правильный ответ 45. 45 различных было манипуляций со скакалкой. Если вы все-таки посчитали и... То есть мы должны были не считать только вот такие простые прыжки или прыжки, когда спортсмен выходит из стойки на руках в простой прыжок, или из стойки упор лежа в простой прыжок. Это не будет манипуляция, потому что у него руки находились именно вот в таком положении, да, справа и слева. Как только любое движение скрещивания сюда, скрещивание там за спиной, скрещивание такое, скрещивание под ногой, любое скрещивание – это уже манипуляция. То, что там было несколько бросков, понятно. То, что там было всего лишь там пару намоток, тоже понятно было, когда на ногу намотало, на руку вначале намотала, в серединке где-то на руку намотала, то есть совсем мало намоток было. Но количество всех элементов намоток было аж 45. И следующий вопрос такой. Сейчас мы смотрим видео и смотрим, сколько было ошибок, то есть сколько было заронов в данном вольном упражнении. Смотрим дальше. Hi, Ashara. You may begin.
Так, ответы по ошибкам. 1, 1, 2, 3, 3. Заедает. Ну, понятно, здесь уже ничем помочь не можем. Но правильный ответ – 3 ошибки. И тут я задаю такой каверзный вопрос. Те, кто смотрел уже лекции все до этого, предыдущие, в записи или как, то там я давал по правилам штрафы. За что ставится штраф спортсмену в определенных условиях? Вопрос такой. Сколько штрафов за 3 ошибки поставит судья этому спортсмену? Сколько штрафа поставит судья за 3 ошибки этому спортсмену? Ваши ответы, пожалуйста. И тишина. Так, все начали судорожно вспоминать штрафы, которые были. А мы сейчас их вспомним еще разочек, все эти штрафы. Так, Михаил написал 3. Что три? Три балла. У нас всего 10-бальная вольных. Если 3 за ошибки дать, это очень много будет. А, 3 ошибки было. 3 за Рона, понял, да. Угу. Ну что, я так понял, что никто ответить не может на этот вопрос. В прошлых лекциях я вам говорил, что штрафы ставятся, первое, за задержку турнира, когда вас вызывают на площадку, и вы не выходите, вас могут дисквалифицировать. Но если вы выходите в течение 1 минуты, то вы получаете штраф за задержку турнира. Это 0,4 балла. Дальше мы говорили о том, что за каждый выход за площадку, то есть за пределы площадки, в которой вы выступаете, спортсмен получает 0,3 балла, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня, потому что я тоже человек, могу ошибаться. Далее мы говорили о том, что если спортсмен завершает свое выступление вот до 60 секунд, он получает штраф 0,4 или 0,2, точно не помню. Если он заканчивает сразу после 75 секунд, он получает штраф тоже 0,2. Это штраф за, так сказать, невыполнение условий времени выполнения. До 60 и после 70. Если он же выступает и после 75 делает более 5 элементов, это задержка турнира. И он получит тоже штраф. Далее мы говорили о том, что если спортсмен теряет какой-то аксессуар во время выступления, он получает штраф 0,3. А вот штраф за ошибки я не говорил. То есть в правилах нигде не написано, что спортсмен,
за ошибки, то есть за зароны, будет получать штрафы. Почему? Дело в том, что у нас есть несколько судей. Это судьи по сложности, судьи по презентации и технический судья, который судит обязательные элементы. И плюс ставит штрафы за выход за площадку, за задержку или не задержку времени, за потерю аксессуара и так далее. И плюс еще считает обязательные элементы, которые мы с вами сейчас только что прошли. Это обязательно два элемента силовых должно быть, два элемента должно быть мультипрыжка, два раза должны быть изменения направления скакалки и два должно быть, две манипуляции разные, то есть либо это скрещивание, либо бросок, либо намотка. И переход по квадратам. 4 квадрата. Вот 5 по 0,2 получается спортсмен должен набрать 1 балл. То есть он должен выполнить как минимум по 2 этих элемента всех. И у него в комбинации его под музыку должно быть как минимум 10 элементов выполненных. Смотрите, выполненных. Да? Если он на каком-то элементе из этих двух делает ошибку, то ему просто его не засчитают. И здесь получается, что когда спортсмен выполняет и делает ошибку, судья ставит не зарон ему, а нолик ставит. То есть элемент просто невыполненный. Как в дальнейшем это считается? Считается очень просто. Ему все-все суммируется, все элементы его, которые он сделал по сложности, суммируются. И вот эти нолики, которые там будут, они тоже пойдут в сумму. Сумма и делим на количество. То есть чем больше у вас нулей, заронов, да, тем ваш результат будет средний меньше. Вот здесь именно такая схема. То есть мы не считаем, что не ставим штрафы за зароны, мы ставим, когда сложность судим, за элемент, который спортсмен не выполняет, ставим нолик. Вот здесь будет 3 нолика точно. А еще будут нолики за то, что он делал прыжков достаточно много простых. Вот эти простые мы договорились, что это 0. И если он делает просто боковое вращение, это 0. И вот сейчас вы должны посчитать, сколько вот таких нулей вместе с, будем так говорить, с ошибками поставит судья, сколько нулей он поставит. То есть любой простой вот такой прыжок, простой, базовый, открытый, это 0. Простой вот такое вращение без прыжка сбоку-сбоку, это будет 0. И каждый зарон это будет 0. Сейчас считаем, сколько нулей судья поставит этому спортсмену. Тоже видео, чтобы вы не путались, тоже видео прокручиваем.
Итак, сколько же нулей в этом вольном упражнении у девочки? Вы как судья, который смотрел за простыми прыжками, за так называемыми ошибками, заронами. Сколько бы вы сейчас нулей поставили бы в данном? 10. Так. 10. Еще есть варианты? 5. 5 простых прыжков всего было. 9, 8, так, 17, 12. Ну вот смотрите, вы видели, что данный спортсмен делал подряд не один простой прыжок, а по два в основном. То есть она подготавливала себя к следующему какому-то сложному элементу через вот эти два прыжка простых. Поэтому результат должен был быть 20 прыжков вместе с заронами. То есть 17 было прыжков именно простых и плюс 3 зарона, которые мы с вами увидели. То есть 20. Вот видите, сколько бы вы сейчас, если бы ставили бы оценки, бы, да, у вас кто-то 5 всего поставил, то есть результат бы у этого спортсмена был средний, по сложности достаточно высокий. А по моим результатам он был бы очень низкий, потому что очень много было простого открытого базового прыжка, который снижает зрелищность, снижает, будем так говорить, динамику, снижает качество видения того, что у спортсмена много разных элементов. То есть есть такие нюансы, которые показывают немножечко, что этот спортсмен еще, нельзя сказать, что это профи, но уже такой опытный новичок. Следующее мы сейчас с вами смотрим, и вы должны сейчас посмотреть с другой точки зрения. Смотрите, значит, презентация такая, да? В презентации на что мы обращаем внимание? Ну, во-первых, обращаем внимание на технику прыжков, технику выполнения силовых элементов, на то, как плавно вращается скакалка без остановок. То есть, когда вы видите, что скакалка все время движется, и вот эта ее буковка У, так сказать, английская, да, или подковка, она все время такая ровненькая, без разных каких-то перепадиков и так далее. Когда спортсмен прыгает мультипрыжки, да, он приземляется на пружинистые такие ноги, да, и сразу же отскакивает вверх. Он не садится сильно, не сгибает сильно ноги при приземлении, а именно как вот отталкивается легко. Он должен как бы смотреть вперед, а не вниз на скакалку, чтобы было видно, как это делается легко. Он должен работать с судьями и со зрителями. Он не должен показывать мимикой, что ему тяжело. Он должен это прыгать с такого ракурса, чтобы судьям было хорошо видно то, что он делает. Если я делаю, например, какие-то элементы за спиной, то мне нужно так это сделать, чтобы судьи увидели этот элемент. Особенно такие элементы, когда идет крест-накрест смещение сразу рук, например, за спиной. Чтобы это увидеть, это нужно как-то показать Брайан. Вот вы сейчас, как судья по презентации, должны оценить данного спортсмена, именно как с точки зрения техники. Еще повторяю, это ноги красивые, при колесо, когда делает там не согнутые какие-то, да. Когда он прыгает, он, еще повторяю, приземляется не полностью так, согнувшись там как-то. Он все время, когда делает манипуляции, смотрит на зрителей, да, то есть на осанку смотрим, смотрим на мимику его лица и так далее. То есть вот сейчас презентация, да, это самая субъективная оценка. Все понимаем это. Но вот у нас сейчас, у вас есть сейчас 2 балла максимально. Попытайтесь по двухбалльной системе оценить вот это же видео сейчас оцениваем, да? А давайте не это же. Сейчас я вам покажу одно видео, вы его посмотрите, а потом мы посмотрим опять это видео, чтобы у вас было понимание насчет техники. Сейчас я вам покажу спортсмена, который выполняет
небольшую комбинацию. И для меня, как с точки зрения техники, это один из эталонов для меня. Это Себастьян из Германии, парень. Он высокого роста, 180, по-моему, 7 сантиметров, то есть высокий парень. Ну вот посмотрите, как он выполняет комбинацию. И дальше мы посмотрим опять эту девочку и попробуем оценить ее по технике. Итак, смотрим Себастьяна сначала, чтобы у вас было сравнение. Чтобы вы могли сравнить, так сказать, да? Так, Себастьян. Thank you.
Итак, мы сейчас смотрим то видео. Вот это видео вы посмотрели, увидели, какие могут быть разнообразные элементы. И по технике вы видели, да, что только тогда, когда он делает тройные, четвертные с скрещиванием рук, он приземляется довольно-таки низко. Все остальное, такие как двойные, там тройные, они делаются на очень высокой амплитуде, высоко, красиво. При этом вы видели, что на всех манипуляциях спина прямая, он смотрит вперед перед собой, он практически не смотрит на скакалку. Он, конечно же, делает достаточно много силовых элементов, которые вы видели, вот эта стойка на руках, так называемый фрог, стойка на руках в упоре лежа пушап, камикадзе, когда из стойки пушап он делает опять стоечку пушап, то есть разнообразные силовые элементы с обязательными манипуляциями, то есть скрещиваниями рук, бросков, намоток и так далее. Ну что, смотрим сейчас и оцениваем девочку по презентации. 2 балла максимум. Вы попытаетесь сейчас посмотреть, как она выполняет с точки зрения техники. Техника. Так. Техника, техника. Итак, какую бы вы оценочку поставили за, еще раз повторяю, технику? То есть это выполнение техничных элементов гимнастики. Это, конечно же, во время манипуляции осанка. Это как спортсмен смотрит вниз или смотрит на судей и зрителей. Это, конечно же, амплитуда прыжков, мультипрыжков, чтобы приземление было более четким. Это, конечно же, будем так говорить, приземление во время каких-то силовых и так далее. Так, 0,8, 0,7, 1,2. Так, оценочки у нас так это раскидались. Если сравнивать... 0,5. С кем сравниваем? Мы сейчас не сравниваем ни с кем. Вот у вас есть 2 балла. Вы видите спортсмена, который сейчас прыгал, и вы должны ему от 0 до 2 поставить. Ну вот я смотрю, что в большинстве случаев, да, средняя оценочка такая 0,8, да, 0,75. Единственный, кто поставил там вот 1,2. И самая низкая оценка 0,5. Вот смотрите, если бы вы сейчас были как раз судьями, да, то по правилам вот этот 1,2 убираем, 0,5 убираем, и у нас остается
0,7, 0,8, 0,7, 0,8. И вот из них считался бы средний. Понятно, да? Как считается сложность, не сложность, а презентация по технике. Теперь у нас есть еще один балл в презентации. Это называется креативность. Что такое креативность? Первое. Смотрите, спортсмен должен попадать в музыку. То есть нужно брать музыку такую, у которой есть какие-то акценты. И желательно, чтобы спортсмен почти все произведение попадал в музыку. Тогда это круто. Если он попадает частично, 50%, да, то это хорошо. Если он там один или два раза всего лишь попал в музыку, то это очень плохо. Или когда это как фон идет, это вообще плохо, как фон. Следующее, когда спортсмен, у него есть начальная поза и конечная поза, когда он попадает четко в начало и в конец музыки. Это круто считается. Если он завершает на музыке как-то вот завершает, но нет, или не завершает, или после музыки завершает, это плохо. И если вы видите какие-то элементы креативные, интересные, которые до этого вы никогда не видели, тогда вы можете здесь тоже определить какую-то балл, поставить более высокий. Что бы я хотел сказать вам? Вы как судья, если вы будете судьей, то ваша задача искать не ошибки какие-то, плохое что-то, да, а наоборот быть всегда за спортсмена. В каком смысле? Вот я вижу какой-то элемент, я не знаю, сколько он стоит по баллам, да? Я всегда ставлю чуть-чуть больше. Я, то есть, за спортсмена. Не то, что я ему ставлю минус, что я не знаю, я ему пониже ставлю, а то я вдруг ошибусь. Нет. Если вы ошибаетесь, наоборот, ставьте чуть-чуть больше спортсмену. Это намного упрощает вашу, как бы, оценку в плане того, что вы точно не ошибетесь, что вы его просто потопили и все. Лучше чуть побольше. Вот в креативности это именно так и ставится. Если вы видите какой-то элемент, который до этого не... О, круто! Раз, поставьте себе галочку такую, да? О, круто! На плюсик такой себе. Дальше вы видите, что он прям в музыку попадает. Плюсик себе. Вы видите у него начало и концовка. Плюсик себе. То есть не стесняйтесь быть на стороне спортсмена как тренер, как судья. То есть ваша задача именно... не искать минусы, как это делают многие, вот есть люди, которые как бы на соревнованиях, они приходят и заведомо ищут только, как бы, как судья, ищут вот что ему не нравится. Здесь наоборот, вы приходите как судья и наоборот ищете, что вам нравится, чтобы поставить за это баллы. Понятно, да? Итак, сейчас смотрим опять это же видео, которое вам уже надоело, вы его практически выучили наизусть, но просто на одном видео вам будет более понятно, да? Итак, сейчас смотрим. Попадание в музыку, раз. Смотрим с вами начало и концовка, два. И смотрим элементы, которые вот вам, реально понравились, это крутой такой элемент, вы считаете, и вы за это бы поставили плюсик. Все понятно, да? Это креативность, да? Какой-то элемент, который вам очень понравился. Музыку попадаем. И начало и концовка. Максимум 1 балл можно поставить за данную категорию презентации. Смотрим еще разочек. Triple on earth. Ooh.
really nice transition into really. Oh, come on, girl. Get inside, get in. Итак, выставляем оценки за креативность. Максимум 1 балл. И напоминаю, что сюда входит попадание в музыку, входит начало и концовка вольного упражнения, и входят какие-то интересные, очень запоминающиеся элементы, которые вам, ну, прям вот понравились они вам. Так, 0,5 первый балл увидел, да, 0,7. Все ждут, кто какие баллы поставит попозже. Доставьте, не стесняйтесь. Здесь, в принципе-то, 0,9, 0,9. Так. Так. 0,7, 0,9. Ну, я понял, что вы как бы те, кто в конце ставили, уже так, чтобы поближе к остальным быть. Ясно, хорошо. Давайте подумаем. Почему все-таки поставили 0,9, 0,7, вот я смотрю, стоит, да? Как-то такие баллы. Значит, ну, первое, начало и концовка, вы видели, что она попала. И в начале четко вышла, и в конце прям попала на концовку музыки, да? Значит, здесь плюсик ставим железно. Дальше мы говорим о том, что музыку, которую она выбрала, не очень-то имеет хорошие такие акценты. Там есть 2-3 акцента, в которые, между прочим, она попала. То есть нельзя сказать, что это просто фоном была музыка, но и нельзя сказать, что эта музыка именно настолько акцентирована, что она в нее прям вот супер-супер попала. Поэтому здесь мы ставим галочку такую, да, не плюсик, а галочку. Минус нельзя, потому что это не фон, а такую галочку поставим. Дальше у нас какие-то элементы, которые были, можно было бы сказать, что они являются для вас новыми, согласен, что для вас они были новые, да? Нет креатива? А что в вашем понимании тогда? Напишите, пожалуйста, что в вашем понимании креатив, чтобы было понятно. Потому что я про креатив сейчас сказал, что для в скиппинге, что в роуп-скиппинге, в вольных упражнениях креатив. Креатив – это вы просто реально, не, наверное, еще как бы не понимаете, что для того, чтобы сделать вольную под музыку и попадать в ее акценты, это просто сложнейшая задача, я вам сразу скажу. Я работаю уже вот 11 лет, и у меня, чтобы я сказал, что у меня спортсмены там прыгают супер в эту музыку, ни одного нет у меня такого спортсмена, они все прыгают частично, попадая в музыку. Если мы хотим делать сложные элементы, если мы будем делать просто шаги, танцевать, да, шагами, то вы в музыку попадете, но это будет, извините меня, уровень сложности, который до этого мы с вами судили, технику, да, он будет настолько низкий, что вы никогда не выиграете. Дальше вот попасть именно в конце в музыку и выйти на финальную точку и в начале, это тоже очень сложно. Дальше я говорил про креатив, что есть элементы, которые, ну вот, блин, я реально знаю много элементов, да, но где-то какой-то элемент я просто еще до этого не видел. Для меня здесь, конечно, были в основном элементы такой хорошей, базовой, второго, третьего уровня, хорошие элементы. И сказать, что я где-то там чего-то, будем так говорить, увидел более это, пока не могу. Что же в вашем понимании тогда нет креатива? Как вы оцениваете креатив, если бы вы были судья? Просто хотелось бы понять, что вы подразумеваете под креативом.
Не стесняйтесь, мы же учимся. Я еще повторяю, мои курсы посвящены тому, чтобы с вами вместе разобраться вот в этих нюансах и тонкостях. Никто вам за это оценки не ставит, никто вас не это. Просто хотелось бы понимать, потому что оценки-то вы поставили 0,7. Вы сравнили его с парнем. Да вы что? Ну, конечно, нельзя сравнивать с парнем его. Это просто, ребят, дело в том, что вот этот парень Себастьян, да, он чемпион. Сейчас тогда я вам покажу еще одно видео, чтобы вам было понятно, что такое креатив. Давайте посмотрим еще одно видео, чтобы вам было понятно, что такое креатив. Давайте сделаем так. А то просто вы как-то... Все, я понял вас. Так. Да, в данном случае музыку вы не слышали, про музыку будем. Я просто хотел вам объяснить, если в вашем понимании креатив – это вот элементы, которые вы до этого никогда не видели, вот вы сейчас увидели те элементы, которые реально силовые, целый блок, да, который он показал там сумасшедшие, намотки в конце, которые он закручивал, выкручивал там и так далее, сумасшедшие какие-то, да. Он сделал мультипрыжки какие-то, там, простые, при этом он прыгал их так, это смотрит, там, еще улыбается, как вот подмигивает там в этом, да, то есть он делает достаточно сумасшедшую комбинацию. Вот вам креатив. То, что он, там, музыки не слышно было, это другое уже совсем. Вот вам, как бы, разница, если мы говорим о том, как это покреативить, так сказать. Итак, смотрите, что же у нас получается. Значит, у нас вольные упражнения, да, это целая комбинация под музыку, обязательно, да. Время у нас 60-75 секунд, где у нас должны быть обязательные элементы, не менее двух, да, это силовые, это мультипрыжки, двойные, тройные и так далее. Это манипуляции, скрещивание рук, намотки, броски скакалок и так далее. Это изменение направления скакалки, когда мы вращаем вперед, назад и опять вперед. Это движение по квадратам, то есть в движении делать, не на месте, а стоять, а именно двигаться. Это обязательный элемент. Теперь мы говорили о том, что здесь в вольных упражнениях не приветствуются прыжки простые, базовые, да, открытый прыжок, а приветствуется, когда вы разные делаете элементы, один из другого, один из другого, один из другого, и все это постоянно крутится, не останавливаясь.
Если мы видим вот эти открытые простые базовые прыжки, это снижает сложность, раз. Снижает даже презентацию, потому что мне неинтересно смотреть простые эти прыжки, как судье, согласитесь. И, конечно же, мы ставим за это нули и ставим за ошибку, за зарон тоже ноль. И получается, в сумме у нас сложность может быть меньше. За сложность ставится, смотрите, максимум 6 баллов. Откуда приходит 6 баллов? 4 балла – это именно уровни сложности прыжков. От 0 до 6 они будут. Сейчас мы откроем табличку, я вам покажу. И 2 балла ставятся за количество элементов. Так вот, чем больше элементов спортсмен делает за эти 75 секунд, тем лучше. Но, когда он делает элементы с вот этими ноликами, простыми прыжками и ошибками, то получается, что вот эта связочка, вот эта комбинация, она сразу же снижает уровень сложности. И 6 баллов, ну, сложно заработать. Дальше у нас идет еще 4 балла, правильно? 1 балл – это, вот мы сказали, обязательные элементы по 0,2 за каждый. И из 5 это будет как раз единичка. И 3 балла у нас – это техника 2 балла и 1 балл – креативность, так называемая. Вот получается максимальные 10 баллов. И исходя даже из этого, вы уже теперь понимаете, что для того, чтобы ребенка выйти на вольные упражнения, у него должен быть багаж, да, вот этих разных элементов. Силовых, манипуляций, мультипрыжков, изменения вращения скакалки, да, движения с движением каким-то. То есть, чтобы начинать делать, тренировать вольные упражнения, нужно найти базу, выучить ее, найти, и дальше уже добавлять, как вот бусины, да, больше становится. Я всегда начинаю с ребятами делать вольные, пусть даже он будет маленький, у меня там 7 лет, 8 лет ребенку, неважно, но я начинаю делать, когда у них в арсенале не менее 30 разных элементов. То есть по 6 элементов из каждой категории. 6 силовых есть, как минимум, он умеет делать. Он умеет делать 6 мультипрыжков различных, разных. Он умеет делать, как минимум, там 10-15 манипуляций. То есть у него там пару бросков, пару намоток там и скрещиваний там штук 8 есть. Дальше он может как минимум сделать повороты на 180, на 360 со сменой вращения скакалки. Как минимум 4-5 раз. И, конечно же, он делает у меня в одном квадрате где-то 5-6 элементов переход. 5-6 элементов переход. 5-6 элементов переход. 5-6 элементов переход. Получается приблизительно 25. Ну и плюс можно сделать где-то там еще дополнительно около 30 элементов, чтобы получилось вольное. С музыкой еще сложнее. Музыку я сначала подбираю с акцентами, а потом уже у ребят, которые более продвинутые, мы делаем связки под эту музыку. У малышей фоном идет музыка, ничего не подбираю, потому что это, ну, несерьезно. Элементов мало. Музыка, даже если будет какая-то супер, прям со всякими там этими, блин, супер какими-то переходами, все равно под нее подстроиться будет сложно. Поэтому вот так. Теперь где мы берем с вами вот эти так называемые базовые элементы? Я вам открываю сейчас табличку. Потерял что-то. Сейчас, секундочку.
Секунду, уважаемый, потерял документ где-то. Вот, нашел. Вы данную табличку можете скачать в личном кабинете. Я ее, по-моему, выставлял. Итак, смотрите, что здесь интересного есть. Здесь, как вы видите, внизу первый уровень, второй уровень, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше. Здесь есть типы прыжков. Шаги, как вы видите, шаги. Дальше манипуляции, видите, вот написаны. Дальше идут силовые, броски, да? Мультипрыжки, то есть здесь есть типы прыжков. И здесь есть вот он уровень. Здесь три федерации, которые, как вы уже знаете, международные, да? Вот эта федерация у нас объединенная, а до этого были вот. У них каждый свой уровень. Здесь есть на английское название. Есть описание, которое я сделал к этим прыжкам. А вот здесь, в правом углу, ссылка на видео, именно которое вот вы хотите выучить сейчас, прыжок назад, да? Прыжки на двух ногах с вращением скакалки назад. Как это делается? Он оценивается как ноль, а в других федерациях оценится первый уровень сложности. Вы открываете вот эту ссылочку через Ctrl, нажимаете, и перед вами видео этого прыжка. И так далее. То есть я вас просил, чтобы вы посмотрели эту табличку и могли спокойненько сейчас оценить вот как бы те элементы, которые вам сейчас, если вы захотите заниматься роупскиппингом, то вы могли бы спокойненько изучать по вот этой табличке, по азбуке. Это стартовые. Что такое стартовые? То есть те, которые уже имеют уровень сложности. Если вы их видите, то вы знаете, что это уровень сложности такой. Но если к этому элементу, например, берем с вами прыжки на двух ногах с вращением скакалки назад в кресте, когда руки мы скрещиваем, это уже будет не первый уровень, а второй уровень, потому что мы добавили здесь изолированную руку одну. То есть прыжки стартовые, усложняясь, имеют другой уровень сложности. Для того, чтобы к этому прийти, нужно сначала выучить вот эту базу. Пока вы не изучите базу, дальше объяснять очень и очень сложно. Хотя я вам уже давал определенные так называемые вещи, где вы могли оценить это. Вот второй уровень, да? Здесь то же самое, видите? Второй. Есть первый, второй. То есть кто-то считает, что это первый, кто-то второй. Но я вам сказал, как судья, вы всегда ставите, если не понимаете, что это за элемент, лучше поставить чуть больше оценочку, и будет все нормально. Здесь уже на втором уровне, смотрите, шагов нету. Здесь есть уже силовые манипуляции, броски, намотки, мультипрыжки есть. И силовых не так много. Очень много манипуляций, как я и сказал, потому что там много намоток, там много различных выходов и так далее. Ну и третий уровень посмотрим. Здесь уже, смотрите, очень много мультипрыжков третьего уровня. Силовых добавляется достаточно много. Манипуляций, они как раз именно комбинируются во время прыжков мульти, во время силовых. Да, с добавлением вот этих манипуляций увеличивается уровень сложности любого прыжка. Так. Ну что, давайте вопросы по вольным упражнениям. Я думаю, сегодня мы неплохо поработали. Вы теперь понимаете, из чего состоит вольное упражнение, какие там бывают элементы, там силовые, мультипрыжки, манипуляции, изменение направления скакалки, движение по квадратам. То есть уже целостность понимания того. То, что нужно много базовых выучить, стартовых, тоже понятно, думаю. То, что нужно уметь соединять два элемента в связку, тоже уже понятно. Потому что я уже сказал, что если между прыжками, элементами у вас простой, базовый, открытый прыжок, это плохо.
Но вначале у малышей он будет. Будет простой какой-то элемент, Потом, когда вы видите, что ребенок уже хорошо начал прыгать, вы говорите, давай уберем вот этот простой и сделаем после него сразу вот эти два соединим. Он соединяет два, и простой забывает. И так далее. Так, вопросы ко мне. Не стесняемся, задаем. Все ли понятно по вольным упражнениям? Завтра мы с вами разбираем вольное упражнение, так, тоже так называемое, да? Это прыжки через две скакалки один человек. Так, оценивать очень сложно, понимая, что вживую можно... Так, смотрите, в чем, еще раз говорю, оценивать сложно всегда, потому что вы можете не успеть какой-то элемент увидеть. Но я уже сказал, что у нас 5 судей, помните? Самый низший результат отбрасываем, самый высокий результат отбрасываем. Остается у нас 3 результата средних. И это средний, то есть вы не должны бояться, что если вы написали там самый низкий результат, его все равно отбросят. Но, я еще раз говорю, вы как судья смотрите не, ищите не плохое, а ищите наоборот хорошее, да? Все, что вам нравится, вы оцениваете. При этом, если вы видите, что, конечно же, спортсмен делает, ну, все очень-очень плохо, там, с точки зрения техники, с точки зрения сложности, с точки зрения этих простых большинство, то вы уже понимаете, что, ну, да, здесь, как бы, ну, поставить такую большую оценку нельзя, и вы уже ставите оценку, которая... Но когда вы что-то видите, что, блин, ну, не знаю, второй, третий уровень, может, четвертый уровень, а давай третий поставлю, и будет нормально. Вживую судить проще в плане того, что вы, у вас не зависает, будем так говорить, это первое, поэтому судить намного проще. Во-вторых, это очень близко перед вами, и вы смотрите и можете спокойно оценить. Да, там скорости быстрее, нужно быстрее писать там и так далее, заполнять протокол, но есть специальная схема. Вот смотрите, презентацию судят 3 значками всего лишь. Минус, галочка и плюсик. Плюсик круто, галочка нормально и минус плохо. И вот вы написали там минус, галочка, галочка, плюс, плюс, галочка, минус, минус. Потом смотрите, каких оценок у вас больше. Если у вас больше плюсиков, то это значит будет ближе к чему? К 3 баллам, да? Если у вас больше минусов, а галочек мало, значит это самый низкий. Если у вас так много-много галочек, значит серединка. То есть там, в принципе, пример оценивания. Мы с вами по протоколу работаем в четверг. У меня есть протоколы, я вам их там, по-моему, в личном кабинете тоже скинул. Я вам как раз вот именно по протокольчикам покажу, как это заполняется, и вы поймете, что это, в принципе, не так сложно. По именно сложности там заполняется еще проще. Итак, у нас есть уровни сложности и есть нули, да, которые я уже сказал. И вы должны оценить каждый элемент, каждый прыжочек его. И у вас будет там 1, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 0, 2, 2, 0, 0 там, и так далее. И вот это такая будет много-много-много цифрок. Вы эти потом цифры просто-напросто суммируете и делите на все количество вот этих записанных вами цифр. И получаете средний. Все. То есть по сложности вот так оценивается. Понятно, да? То есть, в принципе, это будет попроще. Сейчас я хотел нацелить вас на то, что у вас дети, которых вы будете тренировать, чтобы они вышли на вольные упражнения, у них должна быть база по азбуке. Лучше всего нормально. Есть сейчас российский вариант на телефоне. Джампи он называется. Сделали его, по-моему, ребята из Пензы, что ли, по-моему, да? Где-то у меня ссылочка была. У них тоже там база, можно по телефончику смотреть. Прям уровни сложности тоже написано, тоже можно смотреть там. Ну, по азбуке мне просто удобнее, потому что здесь четко есть описание, будем так говорить, более четко. Английский, русский и еще и видео. Поэтому как бы я смотрю так. Вот. Базу изучаете и дальше пошли вольные. Потому что на данный момент многие сейчас работают над вот, дисциплина скорость, сила, выносливость, а вольные еще боятся. Но уверяю вас, что нужно просто изучать элементы, элементы, элементы. Изучил, набрал там 30-40 элементов, связал их в связочку, потом в комбинацию, музыку фоном поставил, все нормально, отпрыгали, о, круто. А дальше усложняете, усложняете, усложняете.
Ну что, завтра у нас вольные прыжки через скакалки один человек. Объясню, как там все это нужно собирать в вольную комбинацию, как это все оценивается, как это тренируется. На сегодня все. Всем спасибо. До свидания.